Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Снесли до фундамента. В Махачкале продолжается борьба с незаконными постройками. Спасателей много не бывает. В селении Батаюр состоялось торжественное открытие поисково-спасательного подразделения. Что такое терроризм и как с ним бороться? Миннац Дагестана подвел итоги ежегодного конкурса среди студентов. Дозволен ли мавлид? О пресс-конференции на базе исламского портала islamdag.ru расскажем сегодня в выпуске. Призы от Сергея Меликова. Атлеты из 29 регионов России стали участниками фестиваля уличного спорта «Дагестан Воркаут 2021». Соревнования сегодня прошли в Каспийске. Спортсмены выявляли сильнейших в двух этапах – воркаут «Баттл» – «Фристайл Баттл», а также воркаут «Геймс» – «Силовое троеборье». Фестиваль посетил и в Рио главы республики Сергей Меликов. Он пообщался с участниками, узнав о их целях и планах. После официальной части Меликов наградил победителей фестиваля. Отметим, что в Каспийске съехались атлеты со всей страны, и в их числе были обладатели Кубка мира, чемпионы страны в разных дисциплинах воркаута. В Махачкале продолжается снос самовольных построек. На улице Лизы Чайкиной, а также в поселке Семендер демонтировали незаконные многоэтажные здания. В мэрии Махачкалы отмечают, что за последние 3 недели было снесено 10 объектов самовольного строительства на территории города. Работа по выявлению и сносу незаконно возведенных объектов капитального строительства будет продолжена. Сегодня мы приступили к демонтажу незаконного многоквартирного дома, возведенного по адресу улица Лизы Чайкиной. Данный дом подлежал демонтажу на основании судебного решения, в связи с чем данную работу совместно с нами проводит Федеральная служба судебных приставов. На сегодняшний день также запланированы еще 3 объекта, расположенных на кировской территории города Махачкалы. Кровавая резня в сарае. 155 овец, 85 коз и одну сторожевую собаку жестоко убили в селе Куетле Сумсинского района. Сотрудники полиции задержали местного жителя, который сознался в содеянном. По словам 52-летнего мужчины, он являлся владельцем строения, где содержался скот. Подозреваемый ранее предупреждал хозяина отары не использовать чужой загон. Но увидев, что ситуация не поменялась, решил заняться самоуправством. И теперь дает показания в полиции. В селении Батаюрт Хасавюртовского района теперь есть своя служба спасения. Накануне здесь состоялось торжественное открытие поисково-спасательного подразделения. Как отметил глава спасательного ведомства республики Нариман Казимагомедов, за эти годы в регионе было построено около 35 пожарных частей и 17 спасательных служб. Это не только обеспечение безопасности, но и новые рабочие места в районах. Во взаимодействии с нами, вместе с МЧС России, прошу Дагестан, мы сможем предупредить, прийти на помощь нашему населению, который попал в ту или иную чрезвычайную ситуацию происшествия. Я бы хотел сказать огромное спасибо тем строителям, которые построили это прекрасное здание. Огромное спасибо всем, кто участвовал в данном мероприятии. Ну, а нашим ребятам, нашим спасателям, я бы хотел, во-первых, пожелать, дорогие друзья, дорогие мои коллеги, чтобы вы проводили побольше учения, побольше тренировок. Служба будет выполнять важную задачу. Территория по решению местных властей была выбрана не случайно. Батаюрт – большое село, и близость федеральной трассы позволяет оказать экстренную помощь за короткое время. С открытием этого подразделения жители поселений, прилегающих к сельсовету Батаюртовский, смогут рассчитывать на оперативную и действенную помощь в чрезвычайных ситуациях. Что сегодня молодежь знает о терроризме? Что он из себя представляет и как этому явлению противодействовать? Миннац Дагестана подвел итоги ежегодного конкурса на знание антитеррористического законодательства. На эту тему соревновались студенты духовных образовательных учреждений. В финал вышли лучшие. Карим Даниев с подробностями.
По данным Минюста, на территории России осуществляют свою деятельность более 80 экстремистских организаций. Для распространения своих взглядов и идей они используют все возможные средства. Как в таком потоке информации не попасть под их влияние и что должен знать молодой человек об опасности радикальных взглядов? Именно в этих вопросах проверяли знания студентов дагестанских исламских образовательных учреждений организаторы конкурса. Очень приятно, что на молодежь обращается внимание, что такие конкурсы у нас проводятся, особенно в свете таких событий, которые в последнее время у нас происходят. К большому сожалению, у нас есть и иная молодежь, поступками которыми мы не можем гордиться, и есть молодежь, которую мы всегда ставим в пример, они являются образцом подражания. Конкурс проходил в два этапа. Первый – внутри самого учебного заведения, а второй – финальный – собрал лучших знатоков темы. Максимальный балл набрал студент Дагестанского исламского университета Рамазан Дадаев. Читали статьи по противодействию терроризму в Российской Федерации. И вот по этим статьям готовились, и получилось, альхамдулилля. И, конечно, это очень важно проводить такие конкурсы, чтобы люди знали, чтобы люди остерегались терроризма. Подводя итоги мероприятия, министр по национальной политике и делам религии Республики Энрик Муслимов дал свою оценку конкурсу. Законодательство меняется, вносятся изменения в действующее законодательство, и люди, студенты, тем более, которые должны знать не только это, но и другое законодательство, так как у нас единоправовое российское пространство, они более детально изучают эти изменения, и зная эти изменения, есть вероятность и уверенность в том, что они не допустят нарушения этого законодательства, и более того, они станут такими примерами для того, чтобы другие не переступали этот закон. Что такое терроризм и как ему противодействовать, необходимо знать каждому. В наш век современных информационных технологий потенциально каждый молодой человек может попасть под вербовку идеологов радикальных течений. И подобного рода конкурсы призваны максимально обезопасить молодежь от такого влияния. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Древнее подземное сооружение на месте строящейся многоэтажки. На юге Махачкалы, на улице Ахундова, рабочие во время строительных работ обнаружили объект, относящийся к 18-19 векам. Его протяженность под землей 22 метра, высота 2 метра и ширина 3,5. На месте побывали специалисты Агентства по охране культурного наследия Дагестана. Во время осмотра были обнаружены фрагменты сосудов из поливной керамики и каменный водовод. Чтобы выяснить, в каком качестве использовалось сооружение, необходимо провести исследование. Застройщику будет направлено предписание о приостановке работ на этой территории. Дозволен ли мавлид? На эту тему прошла пресс-конференция на базе исламского портала islamdag.ru. В качестве эксперта на встречу с представителями СМИ был приглашен председатель муфтията Мухаммад Майранов, который ответил на все интересующие вопросы. Тему продолжит Хамза Нурмагомедов. Наступил Рабиуль-Авваль. Это месяц, в котором родился пророк Мухаммад. Мир ему и благословение. В это время мусульмане проводят праздничные мероприятия – мавлид. Однако в обществе встречаются и те, кто ставит под сомнение проведение подобных мероприятий. Наиболее часто обсуждаемая тема – насколько это дозволено по канонам ислама. Новый пресс-центр на базе портала islamdag.ru поможет найти ответы на все вопросы. Пресс-центр призван для того, чтобы давать разъяснения тем вопросам, которые вызывают резонанс в обществе, давать ответы, достоверные ответы из источников, которые компетентны в объяснении таких вопросов. Представители СМИ имели возможность задать интересующие их вопросы Мухаммаду Майранову, председателю муфтията республики. Богослов подробно отвечал на вопросы, ссылаясь на доводы авторитетных ученых. В этот месяц люди, которые празднуют Маулид, которые отмечают Маулид, они особо усердно любят выделять этот месяц Маулидом, именно таким видом богослужения. И в этой связи возникают определенные вопросы. Есть люди, которые считают это неправильным. Поэтому мы решили немного на эту тему побеседовать и постараться раскрыть вообще суть Маулида. Эксперт подытожил встречу следующим. Мавлид – это одобряемое новшество, которое никак не противоречит основным канонам религии. И польза в его проведении вполне очевидна. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.
И о спорте. Дзюдоист Рамазан Абдуллаев выступит на международном турнире в Париже. Этап Гран-при «Большой шлем» пройдет 16-18 октября. В столице Франции действующий чемпион России представит страну в весе до 60 килограмм. Всего в состав вошли 19 спортсменов. Абдуллаев – единственный дагестанец в команде. Отметим, что дзюдоист живет и тренируется в Иркутске. В начале года он становился бронзовым призером турнира серии «Большой шлем» в Израиле. Бег ради жизни. Впервые в Махачкале пройдет благотворительный забег, посвященный тяжелобольным детям. В воскресенье 17 октября участники стартуют со стадиона имени Елены Сымбаевой. Маршрут будет проложен по улицам Ирчи-Казака и Дахадаева. Финиш на площади имени Ленина. Организатором забега выступает фонд «Инсан», а все вырученные средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей, подопечных фонда. К участию приглашаются все желающие. Начало регистрации 8:30. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи.